Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C25Y включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. Для начала переходим в настройки. Затем в раздел «Батарея». И видим здесь уровень заряда батареи, показывать уровень заряда батареи в строке состояния. И как видите, у нас теперь около значка батарейки появляется наш уровень заряда. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!